Тысен продолжает рассказывать о победителях конкурса «Тюменская марка». В номинации «Гостеприимство» отметили ресторан «Чина». Там гости могут попробовать лучшие блюда паназиатской кухни. Подробности в материале моих коллег. Настоящий кусочек Азии в Тюмени. В ресторане «Чина» гостям предлагают отведать лучшие блюда Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и Таиланда. Офис «Пелагей» находится по соседству, поэтому девушка обедать и ужинать предпочитает здесь. Здесь очень вкусные роллы. Роллы «Филадельфия», вроде бы запеченная, которая прямо великолепная. Готовят очень быстро и вкусно. Подают сначала чай, это очень приятно, а потом, соответственно, очень быстро приносят еду. В создании меню участвовал известный китайский шеф-повар Дэдэ Лян. Мясо и овощи рестораторы заказывают у местных производителей, а специи, соусы, рис привозят из Азии. Любимые блюда гостей – утка по-пекински, суп фабо, карп в кисло-сладком соусе, димсамы. Я сейчас приготовил свинину в кисло-сладком соусе и под названием губаджо. Это у нас наше классическое блюдо, это китайское блюдо. Каждый праздник, день рождения, Новый год, прямо это блюдо, каждая семья китайцы, они с удовольствием его приготавливают и кушают. К чаю в азиатских странах трепетное отношение. Так, тюменцам предлагают попробовать напиток, запаренный в габете. Этот метод использовали в 19 веке. Благодаря ему раскрываются все вкусовые качества чая. Увлекательно выглядит и сам процесс заваривания. Нижняя колба нагревается, вода испаряется и образуется пар. Пар под давлением выталкивает воду наверх и происходит сама заварка чая. Он сам более легкий становится и ароматный. В конце августа ресторану «Чина» исполнится 6 лет. Подтвердить хорошую репутацию решили на конкурсе «Тюменская марка». В итоге заняли призовое место. Народные эксперты по достоинству оценили паназиатскую кухню. Основными, наверное, ценителями нашей кухни, и вообще это признак качества, я считаю, это китайцы, которые к нам приходят. Их действительно достаточно много, они приходят, наслаждаются кухней, они чувствуют себя здесь как дома. Это, наверное, самый основной такой момент нашего заведения, почувствовать себя именно дома. На этом ресторатор не планирует останавливаться. Цель – стать первыми в следующем конкурсе «Тюменская марка». Анастасия Нахрачева, Роман Чинахов, «Тюменское время».